Всем привет! Сегодня расскажу и покажу вам, как измерить реальную мощность лампы. На данном видео светодиодной лампы автомобильной будет актуально тем, кто заказывает лампы в Китае и кто вот такой щепетильный. Как вы знаете, продавец в Китае на сайте заявляет, например, что эта лампа там 5 ватт. О, думаешь, ничего себе, 5 ватт должна, значит, светить мощно. Приходит лампа, то есть платишь ты за нее определенную цену, понятно, которую требует продавец за 5 ватт. Приходит лампа, замеряешь, из 5 ватт она реально мощности около 2 ватт. В данном случае можно открывать спор, предоставлять фотографии или видео продавцу. AliExpress эту штуку все будет рассматривать, вмешается в ваш спор. И как вариант требовать адекватной компенсации, то есть в половину, пускай пол цены продавец вам возвращает. Понятно, что если одну лампочку взяли, как бы, ну, смешно будет, цены небольшие, не актуально. А если вы взяли ворох ламп различных, то с каждой лампы можно вернуть приличную сумму. Так, значит, в своих видео показывал я вам, что можно использовать вот такой вот метр бытовой. Через него подключается блок питания 12-вольтовый. Вот, в данном случае 6-амперный у меня блок. И через него мы запитываем лампу. Запитываем лампу. Такой вот я сделал переходничок. И смотрим реальную мощность через ваттметр. Опять же, небольшие есть расхождения. Плохо, что здесь вот холостой ход показывает блока питания ваттметр 0,8 ватта в холостом ходу. И нужно все вычитывать, то есть мощность лампы реальную. Ну вот, смотрите, к примеру, берем вот эту вот светодиодную лампу. Плюс, минус. Смотрим показания. К примеру, 6,4 ватта. 6,4. 6,4 за минусом 0,8. 5,6 ватт. Реальная мощность лампы. Другой способ это произвести с помощью мультиметра. Такой мультиметр, думаю, у многих есть. Самый простой. Перед этим мы замеряем напряжение блока питания. В данном случае постоянного тока. Значит так. Плюс и минус. Посмотреть реальное напряжение, которое дает блок питания. 12,9 вольта. И теперь производим небольшие манипуляции. Переставляем красный провод в разъем, в данном случае 10 ампер. Переводим переключатель на 10 ампер. Плюс с блока питания подключаем на плюс мультиметра. Красный провод, тот, что у нас на 10 ампер. И плюс, то есть минус с мультиметра идет на корпус лампы. Нет, минус с мультиметра идет на плюсовой контакт. А минус блока питания идет на корпус лампы. Вот таким вот образом. Все это дело соединяем и смотрим за показаниями мультиметра. 0,34 ампера. Теперь, чтобы узнать мощность лампы, умножаем вольты на амперы. То есть умножаем напряжение на силу тока. 12,9 умножить на 0,34 равно 4,38, 4,4 ватта. Ну и вот, как вы видите, в общем-то есть и разница приличная с показаниями ваттметра вот этого бытового и показаниями мультиметра.
5,6 ватт показал нам ваттметр и 4,4 ватта показал нам мультиметр. Спасибо подписчику, который мне подсказал эту тему с ваттметром, с вот этим, с бытовым. Маломощные лампы при измерениях у этого ваттметра большая погрешность. Поэтому лучше автомобильные лампы, мощность ламп мерить вот таким способом, мультиметром. Показания более точные. Спасибо подписчик еще раз. Я в этом убедился. И, в общем-то, можно дальше производить замер всех вот этих ламп. Еще раз по подключению. Плюс с блока питания, минус с блока питания. Переключили мультиметр в такое вот положение, как я вам рассказывал. Плюс подключаем к плюсу блока питания. Теперь у нас минус с мультиметра, то есть черный провод, будет служить плюсом. Подключаем его к плюсу, к центральному контакту лампы. А минус с блока питания у нас будет служить минусом на корпус лампы. В данном случае светодиоды так. И подключаем. И вот видим 0,21 ампера. Берем калькулятор и умножаем напряжение на силу тока. 12,9, сколько у нас выдает блок питания, умножить на 0,21. И получаем 2,7 мощность вот этой вот светодиодной лампы, предназначенной для стопов в красном цвете. Также блоком питания может служить и автомобильный аккумулятор. Там, я думаю, более точные будут показания, потому как там более стабильнее будет напряжение. А так, в общем-то, все. Отписывайтесь в комментариях под видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и до следующих видео.